По 5000 рублей получат семьи, имеющие право на материнский капитал. На эту меру федеральное правительство пошло, чтобы поддержать граждан в условиях распространения коронавируса. При этом имеется ряд оговорок, про которые рассказали в Пенсионном фонде. Планируется, что в Тверской области средства будут перечислены на 20 тысяч детей в возрасте до 3 лет. При этом речь не идет об уменьшении размера мат-капитала. Во-вторых, здесь не учитываются доходы семьи при определении права на другие меры социальной защиты. Кроме того, согласно указу президента России, эта помощь будет выплачиваться за 3 месяца – апрель, май, июнь. Правда, возраст детей строго оговаривается. Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Хочу обратить внимание, для этого заявления надо подать на 1 октября. То есть и тогда одним, как говорится, траншем эти деньги будут выплачены. Либо если заявление сейчас подается, то каждый месяц, соответственно, по этой сумме. Это, еще раз, связано с тем, что есть указ президента,